Что скрывалось в подвалах на пересечении улиц 17 сентября и проспекта Маширова с 1925 по 1939 года? В те времена не знала и польская полиция на территории Западной Беларуси. Теперь история подпольной типографии коммунистической партии за стеклом в областном краеведческом музее. Каждый документ уникален, листовки штамповали под руководством Ивана Романовича Волошко. Штаб находился под его домом. Сохранился даже ротатор для печати, механизм сродни современному принтеру. Из Вильно приезжала по воспоминаниям самого Волошко наборщица по имени Соня, которая привозила готовые матрицы, и потом из олова делали отливки и печатали на 5 языках. Типография находилась в 100 метрах примерно от здания дефензива. То есть это политическая полиция буржуазной Польши, и она не была раскрыта. А после 1939-го с приходом советской власти руководитель подпольной типографии Иван Волошко передал все документы в политический отдел города, далее в архив, и в 1956 году эти документальные артефакты пополнили фонды областного краеведческого музея. Ни один другой в стране не может похвалиться таким количеством печатных образцов – 311 единиц. Еще одна гордость коллекции – транспаранты. Уникальнейший экспонат – это подлинный транспарант Брестского окружного комитета Компартии Западной Белоруссии, который и открывает нашу выставку. Всего же на временной экспозиции представлено более 120 подлинных предметов из различных фондовых коллекций нашего музея, посвященных теме воссоединения народов Белоруссии. Об экспозиции «Дорогами борьбы и созидания» директор Брестского краеведческого музея рассказал во время телемоста между областными центрами и столицей. Марафон выставок «Ко дню народного единства» открыл Национальный исторический музей Беларуси. Символичную красную ленту вместе с директором Александром Хромым перерезала председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси Наталья Качанова. Единая цель всех экспозиций – отстоять историческую правду событий столетней давности. И именно Брест был их эпицентром. Воссоединение Западной Беларуси и Восточной мы пережили и почувствовали на судьбах многих наших людей. Есть улицы, названные именами тех героев, которые боролись за воссоединение. У нас в Бресте есть улица Веры Харужей. Дата 17 сентября – это дата, которая брестчанам тоже хорошо знакома, и она увековечена в названии улицы. Очень важно, что об этих событиях мы говорим сейчас во весь голос. Потому что единство нации, единство народа – это залог будущего и успехов. С наступающим праздником, Брещина вместе со всеми. Подробно события воссоединения расколотой на две части страны, причины и следствия участники обсудили во время круглого стола. Мы не имеем права предавать эту историческую правду. Мы должны ее сохранить. Мы должны восстановить все по крупицам. Очень важно, что сегодня вот эти исторические факты представлены здесь, оригинальные, не просто что-то придуманное, извне навязанное нам, оригинальное. И все эти правдивые раритеты событий вековой давности посетители могут увидеть в разных уголках страны. Владислав Бондарь, Александр Сивицкий, телерадиокомпания «Брест».